Национальный армянский праздник Терендес – это аналог Сретения, который отмечают верующие Русской Православной Церкви. Торжества проходят на 40-й день после Рождества и длятся почти двое суток. Прийти навстречу Господу. Вот это праздник, если перевести так, это означает. А вообще у этого праздника есть еще и языческие корни. Вот это обряд, который должны прыгать через костер, вот это уже идет от язычества. Костер разжигают от лампадок, принесенных из церкви. Первыми через огонь должны пройти молодожены. Для пар одно условие. Во время прыжка нельзя размыкать рук. Тогда семейное благополучие гарантировано. Дальше свою ловкость показывают все желающие. Терендес – это еще и повод вспомнить о корнях. Многие наряжаются в традиционную одежду, а хозяйки вспоминают свои лучшие рецепты и готовят национальные блюда к праздничному столу. И, конечно, какие торжества без праздничных угощений? После танцев на улице и прыжков через костер всех позвали отведать традиционных армянских сладостей. Здесь и пахлава, и хацах, и гата. Но лично мне больше всего понравилась халва. Ее и попробую. После сладкого застолья молитва. В ночь на 14 февраля в храмах Армянской Православной Церкви проходят торжественные службы, а на следующий день праздник продолжается в семейном кругу. Иван Абросимов, Андрей Грищук, 31 канал.